Утром понедельника в Кировском районе у территории бывшего Крайгаза мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину. Случилось это во время утреннего часа пик. Хабаровчанка 1975 года рождения шла на работу. В системе газораспределения она занимает должность офис-менеджера. Едва успев вступить на «Зебру», женщина оказалась под колесами «Сузуки Бандит». Байкер ехал со стороны улицы Металлистов в направлении Серышева. Пешехода он увидел поздно и пытался остановиться. Я подошел открыть окно, чтобы проветрить кабинет. Услышал сильный свист тормозов, как бы удар, и уже девушка лежала на асфальте. Удар был серьезным. При падении на асфальт пострадавшая разбила голову. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Заметив скопление людей, к месту аварии сбежались и коллеги пострадавшей. Видели, Наташа шла, говорит, и все, ее нету. То есть она обычно рано приходит на работу. По-моему, говорит, сбили, пойдем посмотрим. Тут как раз вот пробка там началась, как раз от нас пробка идет, скорая пролетела. Известно, что мотоциклист 1989 года рождения возвращался домой с ночной смены. Скорость, по его словам, была невысокая. Причину наезда шофер с трехлетним стажем вождения объяснять не стал. Похоже, дело в невнимательности и утомленном состоянии байкера. Женщину увезли в стационар с подозрением на черепно-мозговую травму. Мотоциклист был абсолютно трезв. С места происшествия Ольга Кошелева, Анастасия Манина и Павел Рогатин.